Всемирный день туризма активно поддержали юные жители столицы. Маленькие путешественники отправились в свой первый поход. Выпускные группы 8-го, 50-го и 64-го садиков отправились в маленькое путешествие. Вооружились, как настоящие туристы. Аптечка, рюкзаки и запасы еды. Пока шли, изучали окружающий мир. Пожалуйста, внимательно наверх. Вы видите самые высокие деревья? Видите высокие деревья? Это у нас дубы. В Чебоксарах реализуется программа «По родному краю с рюкзаком шагаю». Она направлена на развитие детского туризма. В путешествиях дети не только отдыхают, но и изучают историю, географию, традиции и обычаи своего народа. Закаляются физически, учатся вести здоровый образ жизни, помогать друг другу и беречь природу. Здесь сейчас нам нужно будет с вами, ступая по веревкам, держать сверху за канат, пройти от одного дерева до другого. По очереди давайте начнем. Молодцы, замечательно. Кружись по стопорам. Раз, два, дрова, руки придавки. Туристы со стажем поделились опытом с маленькими путешественниками. Пока еще им нужна помощь старших, чтобы поставить палатку, собрать костер и просто услышать слова поддержки. Мы сегодня, наверное, какую-нибудь высоту покорите, горную реку перейдете по веревкам, да? Вот во Всемирный день туризма, который вот уже накануне, я вас всех поздравляю и желаю удачи. Давайте.